Ну что же, привет, дорогие друзья, и продолжаем проходить это замечательное дополнение. Хаммерлок, ты здесь тоже? Ты везде у нас, где есть Мокси. По крайней мере, я тебя всегда так замечал, ну кроме одного из DLC. Так, и давайте же поборемся за первое место. Так, а наша машина исчезла. А где нам надо развешивать эти... Ну, так неинтересно. Я думаю, вокруг арены прям повесить. Все боялись. А, что ж такое-то? Ладно. Эх, не успели его убить, но ладно. Ладно, ладно, ладно. Развесить наклейки. Вот надо потянуть время с этим квестами, чтобы увеличить как раз игровое время. Сраные наклейки развесить. Просто издеваются, мне кажется. При том, при всем, еще и пешком надо будет тут бегать. Все развешивать. Сдохни. И ты сдохни. Вы с моей старушкой познакомились? Старушка, развлекайся. Они все в твоем распоряжении. Еще один вид из турели. Опять байк мамочки. А ты думал, в сказку попала? Да подохни ты уже! Еще один раз мы убили мамочку. Ну, почти что сами не скопытились. Так, и мы вообще в ту сторону зашли-то. И на арену нам заходить не надо было, да? А лестница каким-то есть наверх? Так, чтобы по 10 раз не бегать туда-сюда. Ну, убили мамочку еще раз, ничего страшного. Так, мы там воскресились-то.
Так, ну вроде бы в том направлении идем. К одному из мест, где мы должны приклеить. К мамочке больше не пойдем. Обещаю. Карта, открывайся. Красавица моя, поздоровайся! Зачем эту фигню в этих местах пишет? Наверх. Как-то нам надо попасть наверх. Со снайперкой? Неплохо. У нас тоже есть снайперка. Теперь валим отсюда. Там дирижабль был горячий, летал, которому мы подбили в прошлый раз. Так, кто в нас еще там палил? Мелочь пузатая. Так, повесить плакат с изображением Майи Эстона Сальвадора Зеро. Так, нам сюда, походу. I'm not usually one for military men, but I gotta say, wow. Ну я же за этого персонажа играю. Почти сделали корзинника. И промазали. Так, куда нам дальше? Ну, почти что по прямой. И потом туда. Так, бежим, бежим, бежим. Идите сюда, мотоциклисты. The gunzerker. Frightening yet. I'll beat your skin back. И последний плакатик. И налево. На повороте налево. Турелька.
какая хрень меня там боднула. Опять портрет Мокси. The Vault Hunters are serious badasses, but it don't matter. We'll kill you anyway, right, guys? Right? You're all done, sweetheart. The gladiators in the arena ought to know who they're messing with now. Come on back. Возвращаюсь, возвращаюсь. Только выйду из-под обстрела, Мокси. Может быть, там был короткий путь, но у нас быстрее все равно. Боже милостивый, сколько же тут параметров? Я не успел эту подсказку прочитать, насчет чего это было. Параметров вроде бы немного в этой игре. Убить 250 байкеров. Да не мельтеши. Урод. Мелочь пузатая. Еще один самоубийца к нам приехал. Давай, давай. Подожди, пока я перезаряжусь. Ну все, Мокси. Давай нас уже с этим придурком своди. Я им покажу, где раки зимуют. Мокси, ты меня слышишь? Мокси! Ладно, я сам к тебе приду, не надо со мной связываться. A picture's worth a thousand words. Or in your case, the word kill repeated a thousand times. Не следует недооценивать пиар. Hey, Sugar. I did a few promo interviews to talk you up before your big fight with Piston, but it sounds like they went missing. Go find them, would you? Gee, I wonder who stole and hid the interview tapes. Oh wait, I just remembered. Me, baby! Piston doesn't want any competition on the airwaves, you dig? Да, время они тянут, конечно, хорошо. Теперь... Пол карты надо будет избегать, чтобы найти эти эхо. Ну да. Почти пол карты. На машине-то туда доехать можно? Или на своих двоих? Так. Куда нам? Сначала направо. Где-то тут мое эхо. Foxy, the fans say your Vault Hunter's a coward. How do you respond to that? I don't, Sugar. You just watch my Vault Hunter in the ring. You watch the way they turn die-hard badasses into tear-soaked cream puffs. And you tell me they're a coward. You want to know who the real coward is? A little scaredy cat named Piston. He's a cheat and a liar. And he better start being scared because my Vault Hunter... Oh boy, they're coming for you. You sound pretty tough. You bet on it, kids. By the end of this tournament, the Vault Hunter will spill Piston's blood.
Спасибо тебе, Мокси. Прям вот душу радуешь. Всем высказывай. Да, мы такие. Мы надерем этому козлу еще жопу. Кстати, насчет множества параметров, может, наверное, в интернете поиграть? Развертываю старенький первый, потом второй. Так, где моя? Ну, а с ним уже разобрались. Так, привет. You ever heard of a guy named Captain Flint? King of the Rippers? He was, until he met the Vault Hunter. Sugar, my Vault Hunter has laughed at Handsome Jack, defeated the Bloodshots, killed Pyro Pete, and single-handedly defeated more of Pandora's horrors than everyone else in this tournament put together. If anybody has a chance of surviving this tournament, hell, of surviving life on this planet, it's them. Так, еще три эхо. Так. Сейчас правее завернуть. Ладно, там спустимся, я думаю. Немного ниже надо было спуститься. Так, за тобой мы еще спустимся, а нам надо вот сюда. Чтобы потом сюда второй раз не заезжать. Логово скагов у нас. Такое. Прыгай, друг мой. Прям тренировочная площадка для прыгунов. Вспоминается Guild Wars 2 с их джамп-квестами. Но у них там очень клево это сделано. Message to the other gladiators in the tournament. Just one teeny tiny message. Motor Mama, Flyboy, Piston. If you have any desire to survive this tournament, you'll listen to my message very carefully. And that message is... Run. Правильно, Максим. Правильно, молодец. Озверелый дозорный мой. Все? Могу я свое эхо забрать? Show's over! Motherfucker!
Тина сказал спокойной ночи, шоу закончено. Так, что нам надо делать-то? Четвертое эхо? А, пятое, точнее. What are you and the Vault Hunter gonna do if y'all open the vault? Personally, I plan on getting back in the limelight. Open a new underdome, hear the crowd screaming my name again. It'll be nice. What about the Vault Hunter? They'll probably keep grabbing loot and killing stuff. You know, the usual. Как обычно, займемся геноцидом. Так. You found all the interviews? Gorgeous. Just bring them back to me and I'll make sure they're broadcast all over the crater. Хорошо. Возвращаемся. Да-да, может это ты трус у нас? А, чёрт! Не рассчитал немножко. А пофигу. Здесь не так уж и много машин ездит. Паркуюсь как хочу и где хочу. Now that you've brought those interviews back, they should play over the crater loudspeakers every once in a while. Ура! Нам дали наконец-то возможность сразиться с пистоном. Ну что, пешком на арену? Guns, get low. Реклама Маркуса, да? Да, реклама Маркуса. И горячий дирижабль. Что, он упадет когда-нибудь? Так, и через какой вход нам забраться надо? Ну, недалеко. Пролезем? Да какого хрена? Идите в пень, а? Стреляют они в нас еще сзади. Disassemble it, and what the f*** do you think? We're gonna blow it up! Oh, Sugar, I've got a much better idea. Да, ты ж хотел выкупить эту арену, чтобы она была твоя. Да что за хрень? О, арену почистили. Прикольно. Где этот секунд? This is where it all ends, fight fans! Are you ready? I told you to stay away, Vault Hunter. But now it's time I fought you in single combat. Gladiator versus Gladiator. Versus... Безбашенный замор! Giant goddamn metal T-Rex! Да не говори. Еще тот читер. Сыкло. Еще то сыкло. Так, бежим, бежим, бежим. Здесь маленьких.
Засранцев никаких нету, каких мы можем уничтожить и воскреситься при этом. Так, турелька, возрождайся, пожалуйста. Отлично. Фас. А у нас есть турель. Она круче, чем твое дерьмо на колесах. Ну почти, чуть-чуть осталось. Есть! Читер, читер! Где эта дрянь? Где? Да он реально читер. Давай, перезаряжайся быстрее. А если вот так тебя бы... Нет, 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 вот так. Сколько вкусностей, как их повыпадало. And that, boys and girls, is the story of how the Vault Hunter became the champion of Pandora. You forgot the part where the Vault Hunter kicked Piston the ball so hard he exploded. Because that never happened, Tina. Irrelevant. Calm down, Torg. You've got other things to worry about, like giving me your arena so I don't tell your stockholders about this little tournament. How the f*** am I supposed to know that illegal off-world death matches are illegal? Sugar, I think this is going to be the start of a beautiful relationship. Все? А музыки не будет? Ну ладно, посмотрим титры и подберем все то добро, что нам выпало. Я пока микрофон выключу.
Так, а вот и титры прошли, я даже не заметил. Немного отвлекся. Так, так, синенькая. В основном, в принципе, фигня, как это выпадало, честное слово. Снайперочка, но у меня мощнее. Пистолет тоже мощнее. Вот фиолетовые вещи подбираем. И синие. Ну ладно, и снайперку. Я вас люблю. Ну, в принципе, все. Вон там еще и редей. И немного бабла. Так. А хранилище это у нас не открылось, да? То есть оно вот изрыгнуло все эти пушки, деньги и все. Ну, так неинтересно. Дали по хранилищу немного полазить. Монстр бы какой оттуда вылез. Ну что, Максим, теперь это твоя арена получается. Давай, мой друг, беги. Тебе последний квест здесь. Основной сдать и все. И у нас будет на очереди следующая DLC. Все, Мокси, ты рада? Арена твоя. Пирапит готовится. Это не основной же квест, нет? Да, это доп квест. Ну все. На сегодня, я думаю, мы закончим прохождение. А если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Пока-пока. Спасибо за просмотр.